Вот оно, дальнобойское братство. Вот впереди меня едет чмо. По-другому я его никак не могу назвать. На польских номерах, но явно украинец. Чуть не выпихнул меня в кювет. Зеркало сложил на ходу. Сигналю, что постановился. Покер. Едет. Вот сейчас, если пойду на обгон, будет выпихивать меня. Будет бить машину, пускай бьет. Номера его только вот WB7177C или S русская. Ну вот сейчас пойдем на обгон. О, что творит? Давай, 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 бей. Бей, 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 бей. О, тормаживается, паскуда. Ребят, короче, дорога на Варшаву, двоечка. Сейчас, не знаю, посмотрю, какой километр. Красная Скания. Смотрите аккуратненько. Творит. Как так, так полиция ездит, но что-то махает он через окно. Да бери автомат, если ты такой защитник. Бери автомат и едь на Украину защищай. О, 188 километр, двоечки. Я-то тебе что плохого сделал, паскудник? О, оттормаживается. Ну что, сейчас пойдешь резать? А, кидает что-то, он саморезы выкидывает через окна. Я думаю, что он там машет, он саморезы выкидывает через окна.